Сегодня я хотел бы вам ответить на вопросы, которые поступили с нашего сайта и с нашей группы Facebook. Вот. Кстати, мы запустили новый YouTube-канал. Сейчас я его активно продвигаю. В нашей группе Facebook есть ссылочка. Заходите, подписывайтесь. Будет много видео, будут отзывы наших клиентов. Так вот, сегодня я хотел бы поговорить о гарантиях. Это вопрос, который слишком часто возникает. Нам люди пишут, какие гарантии вы даете. И чем ваша гарантия отличается от гарантии ваших конкурентов? Ну, скажу сразу, что мы, в отличие от конкурентов, юридическая компания, вот, например, у меня юридическая практика более 10 лет, я практиковался в Соединенных Штатах как паралигал, вот, я в эту тему вникал, я ездил в командировки для того, чтобы повысить свою квалификацию и стать профессионалом своего дела. Вот. Ну, возвращаясь к гарантиям, значит, если вам кто-то дает 100% гарантию, что вы получите визу, значит, этот человек, скорее всего, сам работает иммиграционным офицером, он ваш родственник, и он говорит: так, Вася, я тебе дам визу без проблем, 100% гарантия. Если у вас это не родственник и не знакомый, и у вас нет таких вариантов, да, как прийти к кому-то знакомому, значит, вам нужно подготовиться. Вот. Если кто-то в другой компании вам говорит, что 100% гарантии мы вам даем, это значит, скорее всего, рекламная уловка, которая применяется для того, чтобы подцепить там, клиента. Да? А в нашем случае наша гарантия это какая? Во-первых, мы готовим человека и повышаем его шансы. И в наших интересах сделать так, чтобы человек получил визу. Потому что по нашему договору, если по каким-либо причинам, а всего их 30, причин, по которых иммиграционный офицер принимает решение о применении статьи 214 Б. Всего 30. Мы все эти 30 вариантов отрабатываем. Но есть один. Это низкая профессиональная квалификация иммиграционного офицера. То есть он не профессиональный. Да? И в данном случае мы подаем на визу еще раз. Вот. То есть мы готовим человека, готовим его пакет документов. Приводим в соответствие с иммиграционным законодательством США. Мы готовим человека к интервью. Мы убираем все проблемные зоны в его документах, и в его речи, и в его подготовке. Вот. Если вы придете после отказа еще раз к нам, да, мы вам все сделаем, и будем с вами идти до победного конца. Но в наших интересах сделать так, чтобы вы получили визу сразу. Вот. С какой проблемой мы здесь сталкиваемся? Вот, например, сейчас у меня группа людей, которые приехали к нам из Кыргызстана, и они практически через день приходят ко мне и говорят: Илья, мы готовы, мы хотим пойти, отправляй нас быстрее в посольство, да, мы там все уже, там, мы уже точно получим визу. Я говорю: нет, стоп, секундочку, нет, вы не готовы. В процентах мы с вами еще не набрали. Я не вижу идеальной картины, по которой я мог бы вас отправить в посольство. Почему? Потому что как раз и здесь выплывает гарантия. Гарантия – это значит не отправлять человека, неподготовленного в посольство. Чем мы и занимаемся? Мы готовим человека к интервью. Мы готовим его пакет документов. В наших интересах, чтобы наш клиент получил визу. Вот, смотрите отзывы наших довольных клиентов, которые уже в США, которые вот буквально недавно получили визу. Подписывайтесь на наш новый канал. Ссылка есть в нашей группе Facebook. Заходите на наш сайт usa-visa.com. Будем рады вас всех видеть в нашем офисе. Всем всего доброго. Пока.